В Днепропетровске строят первый в регионе студенческий коворкинг-центр. Это совместный проект руководства области, Горного университета и специалистов в сфере IT. На его создание уже затрачено 700 тысяч гривен внебюджетных средств. Главная цель – привлечь студентов, чтобы в будущем они оставались работать в области. Коворкинг-центр расположен на территории Днепропетровского горного университета. Сейчас полным ходом ведутся строительные работы. Этот центр создают в первую очередь для будущих компьютерных гениев. Здесь они смогут общаться с опытными IT-специалистами и своими преподавателями вне лекций. И просто приятно проводить время. Для этого помещения поделили на три зоны – зону коворкинга, зону проведения мастер-классов и кафе. Рассчитан центр на 90 человек. Его открытие планируется в конце октября.